Каждый цвет имеет сотни оттенков. Мы будем не просто рисовать яркую красочную машину, но еще и наполним ее вкуснейшим мороженым. Так. Вы можете нарисовать улыбку, можете нарисовать бабочку, можете нарисовать, не знаю, какой-нибудь костюм. И так же, как мы делали с этой планеты, побрызгать. Раз, и в обсыпочку наше мороженое. Смотрите, я веду сначала с одной стороны, потом с другой. Так. Заполняем все дырочки. Не разглаживайте сразу. Сначала нужно просто хорошо прижать. И сегодня мы с вами вдохновляемся этими доисторическими животными и будем рисовать их пластилином. Так. И хорошенько тоже вот вместе сгибы проглаживаем. Сначала просто подвиньте правильную форму, когда принимает, тогда уже фиксируйте и прижимаете пальчиком сверху. И таким образом у клюва появится такой очень интересный градиент. Их можно сделать прямо от края мордочки вот светлый, а можно, например, просто сделать такую форму. Сжимая между большими двумя пальцами указательным, получаются вот такие треугольнички. Смотрите, здесь я штриховала в обратном направлении, то есть горизонтально, а здесь вертикально. Будет это его плед, да, под которым он спит так уютно. Разглаживаю. Беру ярко-голубой пластилин и маленькие такие пятнышки